Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям проходят традиционно на стыке погодных сезонов. В центре внимания на этот раз две темы – летние лесные пожары и борьба с последствиями паводка. К первому подготовка только начинается. Есть время проверить готовность техники, наладить взаимодействие администрации с пожарными. Что касается паводка, в этом противостоянии регион одержал победу. Вода отступила. В дальнейшем серьезных проблем с подтоплениями сотрудники МЧС не прогнозируют. Получена информация, что в Южском районе, это поселок Холы, подтопленный мост, о котором долго и много говорили, наконец-то открыт. И лодочная переправа, которая работала вот этот период, уже на сегодняшний день не действует. Люди ходят по мосту и машины ездят.